До самого важного праздника Дня Победы остается чуть больше недели. В нашем городе при поддержке городской администрации и Совета депутатов на протяжении 3 лет в канун праздника проходит всероссийская акция «Бессмертный полк». В рамках этой акции медиагруппа «Телекон» и наша телекомпания предлагают принять участие в проекте «Лица Победы». Вспомним вместе подвиг солдат и офицеров, медсестер и разведчиков, а также всех тех, кого коснулась страшная и беспощадная война. Всероссийская акция «Бессмертный полк» дала толчок к реализации проекта «Лица Победы» в 2015 году. В прошлом году в нем приняли участие более 300 старых фотографий из личных архивов горожан, которые в течение всего Дня Победы транслировались на видеоэкране на Центральной площади. События того страшного времени затронули практически каждую семью. И в преддверии 72-й годовщины Дня Победы необходимо, чтобы все вспомнили о подвигах своих родных и близких. Это важно в первую очередь для молодого поколения. Именно молодое поколение, не меняя истории тех страшных событий, может донести истинную правду о Великой Победе, которую завоевали наши ветераны и участники войны. Шествия в честь Победы, парады и патриотические акции помогают сохранить память о значимых событиях для всей нашей страны. Хорошо это понимает одна из участниц проекта «Лица Победы» Ирина Герман. Ее отец был фронтовиком, он прошагал всю Европу и встретил 9 мая со слезами на глазах. Я знаю, как ему было очень важно 9 мая надеть свои ордена, выйти куда-то и найти своих однополчан. Поэтому, когда его не стало, было такое ощущение, что вот этот праздник без него. И когда я узнала об этой акции на экране, мне очень хотелось бы, чтобы и мой папа видел этот день, пусть с экрана хотя бы нашей площади. Пусть он тоже поучаствует в этом дне, в этом параде. И я думаю, что у каждой семьи абсолютно хранятся какие-то фотографии дедушек, бабушек, братьев, сестер и так далее. Ни одной семьи не осталось у нас, которая бы не связана была с победой, с войной. А мы напоминаем, что любой желающий может принять участие в данном проекте. Для этого необходимо отправить фамилию, имя, отчество ветерана, участника Отечественной войны и фотографию на электронную почту, которую вы видите сейчас на экране. По всем возникшим вопросам информацию можно получить по телефону 8 904 001 7070.